На тебя кричали, да? Сел. Что там за крики? У тебя такая грива. Иди. Несут. Несут. Идем, иди сюда. Ох, какой красавец. Не хочет. И Дакар сидит, думает. Козлик. Иди. О, идем, коняку. Идем, коняк. Идем коняку, смотри. Конь! А вот еще вот. Ой! Не валяй его! Не валяй! Не пачками, вот этот шикарный азиат продается. Это девочка, мальчик. Ой! Не страшно? Девочка продажи? Сколько ей? 3 месяца, да? Она очень большая. Ну, по сравнению с Дакаром, она, конечно, маленькая. Но на самом деле она очень большая. Она в продаже. А есть еще мальчики, да? Нет, все девки. Все девки, да? И такого окраса они, да? Две такие, две рыжие. Да иди ж ты! Вай. Быстро ушел на место! Я сказала, место быстро! Бегом! Девчонка в продаже. Иди сейчас. Быстро ушел! Ушел. Послушался и ушел. Быстро я сказала, на место! Все, ушел. А вот девочка, она в продаже. Сейчас еще ту рыжую вытащу с маской. Иди сюда, не пляй. 3 месяца, очень большая. Куда ты побежала? Ого-го-го-го! Давай, иди сюда. Вот такая красопета. Она продается, ей 3 месяца. Ой, куда? А сколько их вообще? 4 девки. 4 девки, да? 2 рыжие, 2. О, блондинка пришла. Ой, блондиночка. Ну, это, а вот это смелая. Храбрая. Это храбрая. А та тоже хочет выйти, но она еще не такая смелая. Я села с ними гуляла, еле, говорит, половила ее. Да, но она. Они огромные, 3 месяца, такие огромные. Так идите сюда. Такие здоровые, да? Там плохо видно, да? Иди сюда. Иди сюда. Ого. Иди сюда, иди. Ой, там вот тут и курица видно? Сидит. Да. Курица. И тут и зеленый. Вот они. Ай. Не хотят выходить. Не хотят. Иди сюда. Да. Давай. Да. Злые. Иди сюда. Злые. 3 месяца. Таким кабанам 3 месяца. Ничего себе. Уж. Тихо нас. Уж. Ась. Кто-то мне рычит? Выходите, я вас приглашаю. Выходите. Нет. О, там еще корова. Там зеленочек маленький. А, зеленочек маленький, да? Да. Стал опять делать. Ай, теленок. Теленок маленький. Гаврюша. Как зовут? Гаврюша. А он мальчик, да? Мальчик. Он на племя пойдет? Да нет. Он будет маленький, он небольшой. Маленький, да? Ты ему сколько сидит? 10 дней. Ой. Ай. А где кушать? Дверь открыли, кушать не дают. А курица явно недовольна. Петух. А, это петух. Нарушили его покой. Все, охранник, великий охранник. Да, ты уже охраняешь. Да? Все. Же охраняешь.